Вольно? Вольно. Становись! Равняйся! Смирно! По знамя главного управления смирно! Равнение на знамя! Седьмого декабря в России празднуют День спасателя. В связи с этим в Магадане прошло торжественное награждение сотрудников МЧС и службы спасения. Поздравил сотрудников МЧС России мэр города Юрий Гришан. Я хотел бы поблагодарить личный состав и всех спасателей, которые трудятся на территории муниципального образования город Магадан, Магаданской области. Понятно, что Магадан – это 80% жителей Магадана, и все, что происходит, прежде всего, происходит здесь. И на воде, и в огне. И я думаю, что силы и средства способны, и прежде всего, ваш личный вклад способны помочь в любой ситуации, которая только может произойти, не дай бог, на территории города Магадана. Также мэр города с заместителями оценил работу службы 112 и запланировал выездной рейд с проверками готовности городских служб к новогодним и рождественским праздникам. Соответственно, мы сегодня проверяем готовность сил и средств на территории муниципального образования. То есть это же силы и средства не только пожарные и спасатели, да, это опять же те, которые работают на восстановительные бригады этого водоканала, теплосети, там, электросети и так далее. То есть они и входят во всю эту группировку сил и средств. Поэтому понятно, что спасатели, пожарные отдыхать не будут, они будут все в режиме повышенной готовности.